Снова валит снег. Но это не тот снег, который приносит радость, а мокрый, тяжелый. И тут еще вот соль нафигачена прямо в сугроб. Ну, короче, идти очень неприятно, и настроения, в общем-то, ни у кого нет. Вот. Родилась у меня такая идея, не знал, что с ними делать. Разделил на маленькие кусочки, думаю, попрячу по городу. Ну, то, что я прятал по городу, никто никогда не искал. Ну, может, а нет, кто-то искал. Были там пара находок. Ну да ладно, сейчас думал, буду раздавать. Возьму, кто-то навстречу идет, улыбнусь, скажу вам там. Давай, Нине, подарочек. Вот. Но я вечно стесняюсь. Сложно у меня с этим. Вот там вот мужичок чистит тротуарчик. А может, не мужичок. Может, женщина. Ну ладно. Вот решил, пойду, кто будет убирать, тому и подарю по кулечку. Ну и пойдем заодно посмотрим, где что творится, что где происходит. Можно, конечно, и трактористу было бы, но трактористы могут и послать. Вот, ладно, пошли гулять. Так, в общем, стали они там теперь несколько человек там разговаривать. Ну, я засмущался, короче. В общем, все как всегда. Пошел бы сейчас с косулем лучше в лес. Но в такую погоду 3 минуты уже весь мокрый. И не факт, что их там найдешь. Дождать какого-то морозика. Тут обещают уже до +4. Так что все это будет таять, плыть. В общем, ничего тут приятного не будет. Не, на самом деле это очень приятно. Возьмите маленькие кулечки, положите туда пясточку конфет. Сколько не жалко. Вот, и просто подходите к человеку и говорите, это вам честь Рождества, просто так. Вот, немножко радости ему, и мне, и всем. Лютеранская церковь. Играет музыка. На речке лед. Задача, оказывается, не из простых. Народу-то в городе так и нету. Ну ладно, у нас есть еще 4 часа. Это стоит. Попробуй. Так, ну что, там еще кто-то убирает. Попробуем еще раз. Но могут и послать. Люди не привыкли, что что-то дают просто так. Ну, посмотрим. Так, ну что, еще один человек есть. Говорит, мне? Да что? Да что это мне? Да что все это мне? Ну да, вот просто так. Не умеем мы ничего получать просто так. И всем нам кажется, что от нас что-то ждут. Вот. Что от нас попросят взамен? Ну да ладно. Пока что прокатывает. Так, там на горизонте вижу еще. Если далеко не уберет. Вот какая там плывет. Где-то плывет, где-то уже застряла. Ну что, потихоньку, потихоньку. Было у меня желание сперва набрать побольше. Но вот правильно решил. Назад тоже точить их не буду. Если что, где-нибудь под главную елку заныкаем.
вот завтра уже, вернее, сегодня с обеда уже плюсовая. Начнет все это таять, потечет. Так, не люблю это. Время непонятное. Хотя на Новый год уже давно не было снега. Обычно дождь. Ладно, продолжаем искать, кому вручить. Так, ну что, в принципе, не так много осталось, и там еще кто-то бегает. Сейчас пойдем. Еще несколько человек найти. Ну, думал, просто так. Может, какие-нибудь бабульки пойдут, там еще что-нибудь. Ну, тут с этим не так все просто. Обычно все или на автобусе ездят, или дома сидят. Ну ладно, пусть будет так. Так, ну что, ура, кто-то еще там ходит. Кто-то еще там ходит. Сейчас зайдем. Иду, улыблюсь как чумачечий. Люди шарахаются. Но в наше время мало кто улыбается. Поэтому да, если человек улыбается, значит лучше держаться от него подальше. Ух, а тут под конец-то даже и не хватило. Ну ладно, уже как есть, так есть. В принципе, особой-то подготовки-то и не было. Так просто появилось желание. Ну, люди радуются. И ты сам идешь с довольной рожей. Не, конечно, жарковато топать. Снега много. Сыпет и сыпет. Ну, все бы это ничего. Но он ведь перейдет в дождь. Будет мокро. Мокро и еще раз мокро. Ну ладно, а пока что такая немножко зимняя сказка. Вот. На этом, наверное, все. Всем спасибо. Пока-пока. До новых видеовстреч. Делайте добро. Радуйте окружающих. И оно вам воздастся. Хотя бы хорошим настроением. Все, пока-пока.